ставка единого налога это 5%. Плательщик единого налога не является плательщиком НДС, если он этого не хочет. 5% от дохода ставка единого налога, 5%. Но есть еще такой вариант, как единый налог, ставка 3% плюс НДС. Что выгоднее? 3% единого от дохода плюс налог на добавленную стоимость, огромный, страшный, или 5% без этого налога? Как вы считаете? Зависит от клиента. Да, правильно. В первую очередь зависит от клиента. Бывают такие плательщики единого налога, у которых все покупатели тоже плательщики единого налога, налога на добавленную стоимость, я прошу прощения. Бывают такие единщики, у которых все покупатели плательщики НДС. И если все покупатели плательщики НДС, они просто с вами не захотят работать, если вы не плательщик НДС. Потому что им нужен от вас входящий налоговый кредит. Они, как только узнают, что вы на едином налоге 5%, скажут нет. Ну, если суммы большие. Если суммы маленькие, им все равно, но если суммы крупные, они захотят налоговый кредит. Поэтому вы будете регистрироваться плательщиком НДС ради своих покупателей, для того, чтобы они захотели с вами работать. И получается, что у вас вроде бы как страшный, ужасный НДС, и всего лишь на 2% уменьшенная ставка единого налога из-за этого. Но дело ж вот в чем. Здесь ставка 3%, а здесь ставка 5%. Это, конечно, меньше. НДС вроде бы как страшный и большой, но дело в том, что НДС тоже высчитывается. Обязательство минус кредит. НДС это не процент от договорной стоимости в итоге, а это ваши обязательства по НДС в результате продаж, плюс тот налоговый кредит, который вы собираете входящий, покупая что-то у других. Да? Налоговый кредит, то есть ваши входящие налоговые накладные уменьшают ту сумму, которая умножается на ставку НДС. Поэтому если у вас большой налоговый кредит, вы покупаете товары, которые вы покупаете, заказываете услуги, заказываете работы, объекты права интеллектуальной собственности с налоговым кредитом, то есть тоже покупаете у плательщиков НДС, и этот налоговый кредит большой, то у вас НДС может приближаться к нулю или быть нулем. В таком случае, конечно, 3% единого налога лучше, чем 5% единого налога.